Центр новостей о главных событиях этого дня вам расскажут корреспонденты информационной службы «Астрахань-24». В студии Марина Чернышова. Здравствуйте. В Астрахани приступили к восстановлению пешеходного моста в микрорайоне 20 лет октября. По информации администрации города, мост через реку Серебряная Волошка обрушился из-за подвижек льда. Чтобы поднять затонувший понтон к пешеходной переправе, сегодня был подведен плавкран. Специалисты муниципального предприятия «Мосты и каналы» во время подъема понтона обнаружили повреждения на основной части пешеходного моста. Металл прохудился от коррозии. Из-за этого пешеходная часть моста соединилась от наплавных конструкций. Было принято решение полностью развести мост. Точные сроки восстановления переправы неизвестны. В настоящее время ледовая обстановка на акватории протоки Серебряная Волошка позволила нам приступить к устранению аварийной ситуации. По результатам уже обследования будет ясно, какие повреждения имеются на данных понтонах. И, соответственно, будет определен объем работ по их восстановлению. Напомним, в микрорайоне 20 лет октября запустили временный транспорт, так как жители были вынуждены добираться на другой берег в обход через Старокучергановку. Микроавтобусы курсировали от правобережной больницы до остановки в микрорайоне Пароходский каждый день с утра и до вечера. Местные жители уверяют, что сегодня и эти автобусы перестали ходить. Сегодняшнего дня что-то стали проблемы какие-то, что-то у них конкуренция пошла, не знаю. И сегодняшнего дня вот с половины десятого мы с женой хотели попасть в «Магнит» на ту сторону. Бесполезно, не дождались маршрутки. Говорят, что-то 66-е бастуют, что ли. В поликлинику попасть нельзя. Я на работу хожу, 50, приходится ходить пешком. Вот, через Кучергановский мост 50 минут я иду, мне 63 года. Итоги работы агропромышленного комплекса региона за прошлый год, вопросы, связанные с вакансиями областного рынка труда, поручения президента в сфере образования. Эти и многие другие темы обсудили сегодня на заседании регионального правительства. Профильные министры и главы муниципалитетов докладывали губернатору Игорю Бабушкину о текущих результатах работы. Справились не все. Подробности у Артема Лепехина. В агропромышленности все стабильно, несмотря на в целом неспокойный прошлый год. Таков был лейтмотив доклада профильного министра Руслана Пашаева об итогах 2020 года. Пандемия не помешала выполнить основные показатели роста в региональном сельском хозяйстве. А по темпу роста валовой продукции область оказалась второй по стране. Объем валовой сельскохозяйственной продукции увеличился на 3 миллиарда рублей к уровню 2019 года и составил 53 миллиарда рублей. План был 47. Губернатор Игорь Бабушкин поручил профильному министру не снижать обороты в сельском хозяйстве и как можно активнее привлекать инвесторов. В области для них должны быть созданы достойные условия для бизнеса. Формирование земельных участков, переводы из категории в категории, подключение к снабжающим ресурсам. И это обязанности и полномочия муниципальных образований. Сельскохозяйственные профессии, как обычно, в топе вакансий регионального агентства занятости, доложил главе региона руководитель ведомства Рамис Азизов. Если в прошлом году показатель безработицы в области достигал почти 8%, то на 10 марта текущего года он составляет уже 4%. Сейчас в базе агентства 17 тысяч вакансий. Порядка 7 тысяч – это сельхоз и рыбодобыча. И врачи, и медсестры, и фельдшеры. Это и транспортные услуги, это и швей. В сфере образования поручения президента выполняют успешно, рассказал профильный министр Виталий Гутман. В этом году региону доверили право принять престижные отборочные соревнования по профмастерству. Впервые за многие годы нам доверено будет провести отборочные соревнования межрегиональные. В апреле мы будем проводить. Я думаю, что это признак качества работы системы профессионального образования. Должен сказать, что у нас невыполненных поручений президента нет. Похоже, не справился с отчетом о проделанной работе глава Ахтубинского района Алексей Кириллов. Игорь Бабушкин выявил ряд недочетов в докладе руководителя муниципального образования. В частности, проблема с вывозом мусора в Капустином Яру до сих пор не решена. Кроме того, в Ахтубинском районе не обновлен реестр ремонта многоквартирных жилых домов. Есть еще недоработки. Вместе с тем еще есть у вас ряд проблем системных, таких как задолженность перед Астраханской энергосбытовой компанией в 34 миллиона. Налицо, в общем, неудовлетворительные показатели по работе, и в целом я не очень понимаю, как с вашим участием мы сможем решать там глобальные вопросы. Поэтому я вам предлагаю, вы очень внимательно отнеситесь к вопросу
дальнейшего продолжения своей работы и призываю вас принять правильное решение в итоге. Игорь Бабушкин предложил Алексею Кириллову обсудить его дальнейшую работу на посту главы Ахтубинского района. Эта часть заседания прошла уже за закрытыми дверями. Артем Лепехин, Олег Райда, Центр новостей. В Астрахани отремонтируют 12 участков дорог по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реконструируют около 22,5 километров дорог. Это улицы Юрия Селенского, Капитана Краснова, Августовская, Маркина, Эспланадная, Максима Горького, Александрова. Уже начались работы на улицах Марии Максаковой и автозаправочной. На улице Академика Королева заменяют покрытие. В рамках данного ремонта планируется выполнить замену асфальтобетонного покрытия в размере 27 тысяч квадратов. Также выполнится устройство тротуарного покрытия 10,5 тысяч квадратов. Поменяются бордюры дорожные и тротуарные. Сейчас специалисты подрядной организации демонтируют старые дорожные и тротуарные бордюры. К следующему этапу дорожники приступят уже в конце месяца. В рамках данного контракта запланировано выполнить демонтаж и монтаж 3,5 тысячи метров погонных бордюра дорожного, 2,5 километра тротуарного бордюра. После демонтажа и монтажа дорожных бордюров будет выполнено фрезерование покрытия с параллельным устройством тротуарного основания и устройством тротуарного покрытия. По контракту срок окончания работ 1 сентября 2021 года. На расселение из ветхого и аварийного жилья в Астраханской области заложены 1,5 миллиарда рублей средств федерального бюджета. Сумма предусмотрена на 5 лет. Сейчас в регионе реализуют второй этап программы. Он предусматривает расселение из тех домов, которые признаны аварийными до 2017 года. Сейчас в регионе ведут подготовку к третьему этапу. Дома с признаками аварийности рассматривает межведомственная комиссия. Это породило слухи о том, что жильцов якобы будут экстренно расселять из их домов. Мои коллеги попытались разобраться в ситуации. Детские рисунки и семейные фотографии на холодильнике – непременный атрибут домашнего уюта. Их с каждым днем становится все больше. Семья Натальи потихоньку обживаются в новом доме. Переехали сюда под Новый год. Их прежнее жилье было признано аварийным в 2016 году. У меня был отдельный вход. Здесь я заложила. Сравнивать новое и старое жилье просто невозможно. Здание по улице Кирпичной строили как временное. И, конечно, оно оказалось постоянным. Жильцы задержались здесь более чем на полвека. Наталье Платоновой квартира досталась по наследству. Условия малопригодные. Фундамента нет, крыша течет, котельная в аварийном состоянии. У нас котельная была аварийная, у нас крыша постоянно текла у всех людей. Это первая проблема, это шла плесень, это везде, это, потому что стены холодные, без фундамента, и здание было очень прохладно, поэтому плесень, дети болели часто. Квартира площадью 70 квадратных метров находилась в собственности, поэтому Наталья Платонова получила выкупную стоимость. Полученным от администрации 2 миллионам рублей добавила средства материнского капитала и смогла приобрести квартиру. Чтобы у каждого была своя комната, по комнате, и выбирала по площади, потому что как-то маленькой не хочется. Хочется, чтобы было всем комфортно, уют. Семья Натальи Платоновой попала во второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Он касается тех домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Его реализация займет еще 2 года. А пока Астраханская область готовится к третьему этапу. Задача – оценить состояние жилого фонда. Из 11 тысяч домов в Астрахани около половины построены более 100 лет назад. А значит, степень износа может быть очень велика. Сначала составляют предварительный список. Это те дома, которые необходимо проверить. В них обнаружены признаки аварийности. Например, если протекает кровля или затоплен подвал. Если жильцы убеждены в том, что их дом в прекрасном состоянии, никто не защитит от того, что, например, там какая-нибудь строительная балка, несущая, там, рухнет вместе с крышей или там пол провалится в подвал. В городе создана и постоянно действует специальная межведомственная комиссия, в которой есть эксперты, которые как раз и должны следить за состоянием таких домов. Задача комиссии – определить статус дома, отнести его в категорию аварийных или в ту категорию, которую можно капитально отремонтировать. Но даже если дом признали аварийным, выселять жильцов в экстренном порядке не будут.
Сейчас переселение у нас осуществляется в рамках программы. И в эту программу попали дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Те дома, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года, в эту программу не попали. И говорить о том, что в ближайшее время их будут выселять, ну, я считаю, что рано. Астраханцы могут узнать статус своего дома на официальном сайте администрации astrogorod.ru. Яркий баннер в левой части экрана «Узнай статус своего многоквартирного дома». В этом разделе опубликованы адреса, разбитые на две колонки. Те дома, которые признали аварийными и подлежат расселению, и те дома, которые капитально отремонтируют. Для удобства пользователей список имеет привязку к районному города. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам горячей линии. Их вы видите на экранах. Сейчас проводят разъяснительную работу и депутаты городской думы на своих округах. Это особенно важно для пожилых астраханцев, которые не имеют доступа к интернету. Я приготовила такие листочки, где телефоны горячей линии прописаны, в данном случае Кировского района. Такая небольшая памятка, по какому адресу они могут обратиться для того, чтобы заказать экспертизу, куда им обратиться. И, в общем-то, люди после общения спокойно понимают свои, так сказать, ну, какие у них должны быть действия и немножко успокаиваются. Но сразу хочу сказать всем, что никто завтра не будет людей выгонять на улицу и оставлять их без дома. Специалисты рекомендуют пользоваться только проверенными источниками информации. Если возникают сомнения, следует обратиться в администрацию города. Наталья Фомина, Олег Райда, Руслан Асанов, Центр новостей. Что будет с ипотекой? Новости вокруг этой темы сегодня вызвали много вопросов у тех, кто планирует с помощью кредита решить жилищный вопрос. В начале дня федеральные СМИ со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину распространили список регионов, где по версии Центрального банка стоит продлить льготную ипотеку. В этом списке 24 региона, в том числе и Астраханская область. В середине дня стало известно, что федеральный Кабмин не рассматривал список ЦБ. Попробуем разобраться. С нами на связи Сергей Турищев, директор по портфельному анализу Объединенного кредитного бюро. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Продлевать или не продлевать льготную ипотеку? Вот в чем вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что будет принято решение, которое будет балансировать интересы застройщиков и интересы потребителей. Потому что действительно сейчас существует точка зрения, согласно которой льготная ипотека в каком-то смысле стала причиной роста цен на недвижимость. Рост цен на недвижимость произошел практически во всех регионах Российской Федерации на 10-15% за 2020 год, что весьма существенно и в каком-то смысле нивелирует позитивный эффект снижения процентной ставки как в целом по рынку, так и непосредственно на льготную ипотеку. Ну, трудно сказать, тяжелый выбор перед правительством, перед Центробанком стоит, но, возможно, в такой форме, в которой она существует, льготная ипотека, ее стоит постепенно минимизировать и по-другому каким-то образом помогать семьям. Почему в списке Центробанка только 24 региона, где предлагают продлить льготную ипотеку? Ну, собственно, идея льготной ипотеки заключалась в том, чтобы поддержать строительную отрасль, поскольку строительная отрасль вносит очень существенный вклад в валовый внутренний продукт. Ну и если субсидировать, кому-то давать деньги, то было принято решение о том, что будут помогать семьям с детьми. Так вот, считается, что в большей части регионов нашей страны льготная ипотека, нет необходимости в льготной ипотеке по той причине, что строительная отрасль и так уже себя чувствует хорошо, а вот часть регионов, которые, собственно говоря, присутствуют в этом списке, в них льготная ипотека еще может позволить строительной отрасли нормально развиваться, поскольку без нее возможны какие-то негативные явления в стройке, а, собственно, закрытие стройки – это и безработица, и социальное напряжение. Ну, вот, мне кажется, такая логика. Специалисты упоминают негативные эффекты от льготной ипотеки. Это цитата. Что означает эта фраза? Ну, собственно, вот я частично уже ответил на этот вопрос.
это рост цен на недвижимость. То есть льготная ипотека столь существенным образом стимулировала рынок недвижимости. На рынок недвижимости пришло такое количество новых покупателей, новых заемщиков, что это привело к росту цен на недвижимость. И тут важен, вероятно, баланс между спросом и предложением. Предложение тоже необходимо наращивать, а если мгновенно нарастить спрос, то это вот приведет только к тому, что вырастет цена на недвижимость. Спасибо. На связи с нами был Сергей Сергеевич Турищев. Двадцатилетнего астраханца обвиняют в организации экстремистского сообщества. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, в 2020 году подозреваемый создал и фактически возглавил в регионе молодежное сообщество экстремистов. Они занимались подготовкой преступлений по национальному признаку и распространением агитации через социальные сети. Также участники сообщества, по данным регионального следственного комитета, осквернили памятники деятелям культуры Востока. Возможно, это те самые злоумышленники, которые в декабре разрисовали монументы поэту Габдулле Тукаю и ученому-этнографу Абдулле Хамиду Джанибекову. Задержали группу экстремистов сотрудники управления ФСБ. Расследованием уголовного дела занимаются следователи регионального СК. В рамках расследования уголовного дела сотрудниками следственного управления во взаимодействии с региональным УФСБ и УМВД проведено 9 обысков, в ходе которых обнаружены ножи, топоры, пневматические пистолеты, противогазы, а также тактическая экипировка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Астраханской области объявлен пожароопасный сезон, самый горячий период с марта по апрель. В это время жители сжигают сухую растительность на дачах, приусадебных хозяйствах и сельскохозяйственных землях. Сухая ветреная погода способствует быстрому распространению огня. По прогнозу Рослесхоза, в апреле на территории Астраханской области ожидается превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. Возникает угроза возгорания земель лесного фонда. В прошлом году парк Астраханского лесхоза пополнили 259 единиц техники и оборудования. Это автомобили, тракторы, резервуары для воды, мотопомпы. При обнаружении возгорания леса или на прилегающей территории астраханцев просят сообщать в региональный диспетчерский центр по круглосуточному номеру телефона. Четыре дня до конца подачи заявок на губернаторскую стипендию. Об этом напоминает региональное агентство по делам молодежи. Прием документов по итогам зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года завершится 15 марта. Документы на стипендию принимаются только по направлению «Общественная деятельность». Стипендиатами могут стать студенты второго и последующих курсов очной формы обучения, которые за последние два семестра имеют оценки успеваемости «отлично» и «хорошо». По результатам экзаменов и зачетов, а также достижения в общественной деятельности, подтвержденные грамотами, дипломами, благодарственными письмами, наградами за общественную и добровольческую деятельность, наличием книжки волонтера и победы в грантовом конкурсе. Прием осуществляет дирекция молодежных программ и проектов по адресу улица Кирова, 19. Астраханцы могут получить гранты. Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс молодежных проектов. Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи. Прием документов открыт для физических лиц и высших учебных заведений. Подать проект можно через АИС «Молодежь России». Претендентам необходимо иметь подтвержденный аккаунт на едином портале госуслуг. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурсанты вправе представить не более одной заявки на одну номинацию. Максимальный размер гранта составляет 2,5 миллиона рублей. Участниками в направлении высшие учебные заведения могут стать вузы, которые официально зарегистрированы не позднее, чем за один год до проведения конкурса. Вуз может представить одну заявку, состоящую из трех проектов. Максимальный размер гранта – 15 миллионов рублей. Прием заявок осуществляется до 7 апреля. Подробная информация на сайте Росмолодежи и АИС «Молодежь России». Глава региона Игорь Бабушкин отмечает, что грантовая деятельность является важным направлением развития молодежной политики.
Астраханцев приглашают принять участие в фестивале ГТО. Завтра, 12 марта, в 10 утра состоится зимний фестиваль «Готов к труду и обороне». Его приурочили к 90-летию создания всесоюзного комплекса. К участию приглашают астраханцев в возрасте от 6 лет. Они должны зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Готов к труду и обороне» на сайте www.gto.ru. Необходима медицинская справка о допуске к выполнению нормативов комплекса. Фестиваль пройдет в спорткомплексе «Новое поколение». История города 60-х-80-х годов в отреставрированных черно-белых снимках. В Музее культуры открылась фотовыставка, когда деревья были большими. В экспозицию вошли 20 архивных фотографий безымянных авторов. По снимкам можно отследить историю изменений облика городских улиц, скверов и памятников культуры. На фотографиях запечатлены памятник Бурову, который ранее располагался на площади имени Ленина. Сталин, он располагался в сквере имени Пушкина. Архивные фотографии представил фотохудожник Ильнур Аубекеров, член Союза фотохудожников России, лауреат Всероссийской выставки. Территория Победы, выставка «Когда деревья были большими» дополняет постоянную экспозицию Музея культуры, ателье фотографа. Сейчас в фондах Астраханского музея-заповедника хранится более 2000 исторических снимков. Он продолжает традиции 19 века этой выставкой, на которой вы можете увидеть фотографии 60-х, 70-х годов неизвестных авторов. Ильнур Ришадович архивирует и реставрирует фотографии старинные и продолжает таким образом летопись в фотографиях истории Астрахани. В Сочи стартовал 32-й международный фестиваль команд КВН «Кивин-2021». Астраханскую область представляет команда «Сердце Каспия». Сейчас проходит первый отборочный тур. О чем и о ком будут шутить астраханские ребята в Сочи, узнаем прямо сейчас на прямой связи со студией команда «Сердце Каспия». Добрый вечер! Привет! Добрый вечер! Привет, Астрахань! Привет, привет! Ребята, почти 3 недели на море. Завидую вам. Но если без шуток, расскажите. Ну, мы еще не 3 недели. Да. Мы здесь только 2-й день. Да. Будем, наверное, 2 недели. Мы приехали сюда не отдыхать. Мы приехали сюда с понятной и четкой целью. Целью пройти в телевизионную лигу Международного союза КВН. КВНщики пока только съезжаются. Еще не все команды пришли, не все зарегистрировались. Вот. Поэтому... Ну, все в текущем своем русле происходит достаточно нормально. Расскажите о своей визитной карточке. Приветствие. Чем будете удивлять жюри фестиваля? Ну, все это еще в процессе подготовки, потому что впереди у нас много редакторских просмотров. С редакторами лиг, в которых мы играли, мы будем готовить это самое выступление. И оно состоится примерно через 3-4-5 дней. Пока все в процессе подготовки, будем стараться удивлять колоритом, актерской игрой и, наверное, творческой составляющей, вокалом, танцами. Ну, в общем, всем, что мы можем сделать хорошо и интересно. Самое главное – юмором нашим астраханским, вкусным. Прям пальчики облежу. Спасибо, ребят. На этом у меня все новости к этому часу. Следите за новостями на нашем сайте astrakhandefest24.ru. Там же можно посмотреть записи наших программ, фильмов и проектов. Есть возможность смотреть и прямой эфир. Присылайте ваши видео и темы для репортажей в мессенджерах. Номер вы видите на экране. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на Астрахань 24.